Сегодня днем в Кабанском районе произошло ЧП. Льдину с рыбаками оторвало на Байкале вблизи Выдрино. По предварительной информации, это произошло на расстоянии 400 метров от берега. На льдине находятся 5 человек. Проводит спасательную операцию 5 человек. Задействованы спасатели Слюдянского и Посольского поисково-спасательных подразделений. Ситуация находится на контроле. Спасать рыбаков отправились на 4 суднах на воздушной подушке. Чуть позже стало известно о еще 2 дрейфующих рыбаках уже рядом с Танхоем. Они вышли на связь со спасателями.